Всем привет, это Нумизматика ЛВ, у нас в гостях Андрей, бизнес-консультант. И он нам поможет быть более успешными в коллекционной деятельности. Андрей, смотри, вот есть люди, которые начинают собирать, они хотят собрать хорошую коллекцию, они боятся, что у них не хватит денег. Ты как специалист по деньгам, что можешь посоветовать? Я могу сказать следующую вещь, что если вы наполняете свою жизнь чем-то красивым, то, что вам нравится, или то, что вызывает у вас определенную эмоцию, интерес, то не жалейте на это денег. Где вы их возьмете, мне трудно сказать, но я могу вам сказать, что если вам нравится что-то, например, если я увидел какую-то замечательную вещь, в которую я практически влюблен, то я найду для этого деньги. Сделайте занятие интересным для себя, увлекитесь этим, сделайте так, чтобы вам прямо хотелось, и вы получали определенное наслаждение от того, что это делаете и наблюдаете потом это, то деньги у вас появятся вне всякого сомнения. И еще одно, не жалейте денег для какого удовольствия в жизни. Для чего вы живете?